Значит, возьмешь кисть, замешаешь этот цветичек голубоватый, грязноватый. Значит, белизна, голубизна и легкий намек на коричневизну. Такой слегка грязноватый голубой. Голубой, чуть-чуть коричневизны, вот такую грязцу цветика. Замешала. Взяла тряпочку, сделала из нее рабочий инструмент фигушку. Здесь все, что мы не положим, вот в этом месте, ничего не пострадает. Пробуем. Наверное, потом все-таки придавишь этим скотчем. Пробуем уложить. Дополняешь веществом и плотненько. Смотри, прекрасно берет масляную краску. Плотненько укладываем. Укладываем. Здесь вот этими звучиками укладываем. Потом придет теплятинка. Потом все остальное. Давай. Значит, приклей все-таки. Вот такое, вот такое. Дымочечек этих пятен. То есть, опять же, так же, как и на холсте, думаешь, я ворон умею рисовать? Надо учиться с снегирей рисовать. Они как раз такие друг. Вот здесь вот бумага, тонкую кисть не так принимают, как холст. Ага. Холст нужнее принимает. Органично. Ага. Я говорю, на нужном он месте акцент. По-моему, да.